потом, когда они увидели, когда Кузька и Весельчак не допустили, чтобы жук травоядный этого делал, то Кузька и Весельчак был очень совещан, заполучали свои вечные приверные вести и пошли на верный мародячий совет. Та их мама сказала, по этажному вечному спрошту ступалась травоядный жук. Он хотел сказать, что это очень навечно приятно. Он сказал Витку, что это очень приверно. Весельчак обочем. Его взяли. А его так звали? А как? Да. Весельчак. А с Весельчаком? Кузька. Кузька это был жук. А